почтили память павших героев. В 2014 году президентом России был подписан указ о внесении в государственный календарь новой памятной даты. 3 декабря – теперь День неизвестного солдата. В этот день вспоминают всех участников боевых действий, которые сражались за Родину в разное время, в разных военных конфликтах. Тех, кто не вернулся домой с поля боя. В Иванове представители администрации города и разных молодежных объединений собрались у мемориала героям фронта и тыла. Под звуки духового оркестра они возложили к памятнику цветы. Среди собравшихся оказалось немало молодых людей. Они о войне знают только понаслышке. По словам ветеранов, такие мероприятия являются неотъемлемой частью сохранения истории, а для молодежи – элементом патриотического воспитания. Чтобы наша молодежь знала это и помнила, и мы считаем, чтобы они и воспитывались вот на этом, и брали опыт у старшего поколения, были патриотами нашей страны, нашей Родины, нашей области.